Невероятно, как этот превосходно воспитанный гвардейский офицер с прекрасными светскими манерами, остроумный собеседник в дамском обществе, неисчерпаемый каламбурист, вскоре оказывался в каких-то дешевых трактирах, теряя там свой жизнерадостный облик, уподобляясь завсегдатаям типа бывших людей, где этот детский веселый бутуз с красным носиком картошкой был уже неузнаваем. Неужели это он? Одеты, бывало, с иголочки, шаркун, безукоризненный человек общества, раздушенный, изысканный, брезгливый, так описывал Репин несчастливую долю великого композитора. Портрет был выполнен за 4 дня, с 2 по 5 марта 1881 года в Петербурге, в больничной палате Николаевского военного госпиталя. Репин писал близкого ему человека, уже зная, что Мусоргский болен неизлечимо, и его кончина близка. Мусоргский умер 16 марта того же года. В творчестве Репина это уникальный случай, когда художник создал портрет человека, находящегося перед лицом вечности, наедине с самим собой, не позирующего и не являющего миру свое сословное амплуа. Бестрепетность, с которой Репин фиксирует черты больного лица, в полной мере компенсируется деликатным и умным живописным решением портрета. Звучное сочетание зеленого и малинового цветов халата на нейтральном светлом фоне стена больничной палаты гасит болезненную красноту лица. Яркий, прямо направленный свет скрадывает рельеф его морщин и складок. Трогательная, как у малого ребенка, складка губ, полувопросительный взгляд человека, словно прислушивающегося к самому себе, ситуация одиночества, отъединения от внешнего мира. Эти особенности характеристики, кстати, нетипичные для репинского творчества, делают портрет Мусоргского одним из самых проникновенных в русской живописи. Владимир Стасов посвятил этому портрету целую статью, где помимо собственных похвал привел слова Ивана Крамского. Этот портрет писан бог знает как быстро, огненно, всякий это видит. Но как нарисовано все, какой рукой у мастера, как вылеплено, как написано. Посмотрите на эти глаза, они глядят как живые, они задумались. В них нарисовалась вся внутренняя душевная работа той минуты. А много ли на свете портретов с подобным выражением? Крамской, правда, тоже умел передавать задумчиво глядящие глаза. Но для него, конечно, в портрете Мусоргского особенно поразительны были недостижимая широта и свобода письма, пленаристическая осветленность пространства, светлое лицо на светлом же фоне. У Крамского всегда освещенные лица на темных фонах. Форма модулируется не светотенью, а градациями цвета. В этих своих качествах портрет Мусоргского, написанный в самом начале 1880-х годов, значительно опередил, как то было в предшествующее десятилетие с бурлаками, современное ему состояние русской живописи, предвосхищая то, что ближе к концу десятилетия появилось в ранних портретах Валентина Серова и Константина Коровина.